Приветствую вас, любители пятницы 13-е, добро пожаловать! И сегодня у нас на повестке дня один из новых режимов, который появился в игре. Он называется «Задание», мы будем играть за маньяка и будем тут со всеми расправляться. Если вы хотите больше роликов по пятнице, то обязательно ставьте лайк. Итак, у нас есть различные задания, которые мы должны выполнить. Есть 10, скажем так, сценариев, и у нас у каждого сценария есть свой список вещей, которые нужно выполнить. Предлагаю начинать с первого, хотя у нас первый и так только открыт. По пути на дикую вечеринку несколько парней столкнулись с тем, что их машина сломалась посреди леса. Сделайте так, чтобы они не выбрались живыми. Просто ужас, просто жесть какая-то. Да, кстати, это моя пятница 13-я. Я думаю, что вы и кооператив тоже ждете, поэтому ждите. Он тоже очень скоро будет. Размазан по капоту. Нам нужно, я так понимаю, что у нас будет Паламина, наш Адам, и будет Брэндон Уилсон, у которого Багзи, скажем так, никнейм. Итак, разбить голову Адама о капот. Так, Багзи нужно... мне пора, пока он будет скрываться в лесу. Угу. Его нужно прикончить. Эти вещи убьют тебя. Схватить и убить Багзи on a smoke break. О, господи, какая жесть. Но я же только что починил. Разбить машину, которая пытается выехать. И этот помощник механика. Получите 3 черепа за Джейсона из 5-й части. Давайте посмотрим, что такое Джейсон из 5-й части. Джейсон из 3-й части, 2-й, 9-й, 8-й, 7-й. Давайте посмотрим 5-й. Так, метательные ножи выслеживать может бегать. Защита, сила сцепления и сопротивление глушению. Ну, давайте, может быть, возьмем его, принять. Давайте попробуем за 5-го поиграть. Ну что, начинаем? Подгружаемся, друзья мои. Подгружаемся. Ты уже починил? Я бы справился быстрее, если бы ты помог. Давай быстрее, я не хочу упустить горячих тёлочек на вечеринке. Опа! Какие горячие тёлочки, ребята? Вы что? Такой молодой. Такой прекрасный. Убей всех, Джейсон. А, это он, наверное, она к ним, наверное. Такие молодые, такие красивые. Убей их, Джейсон. Кстати, да, ребят, играю второй раз в жизни, поэтому надеюсь, что вы поймете все мои косячки, если они будут. Потому что это же пятница. Тут и она сама полна косяков. Ага, этот ушел. Это у нас получится Багзи, по-моему, или как его зовут? А ну-ка, сейчас я даже сфотографировала задание. Да, Багзи. А Паламина у нас там паламинит. Ну хорошо, пусть паламинит. Это пошел, походу, на перекур. Как вы помните, там у нас было, я сейчас смотрю на задание, smoke break, перекур. Ну чё, курить решил в лесу? Ты знаешь, что лес сухой? Ты знаешь, что будет, если ты будешь курить в лесу? Ты в курсе? Вот сейчас достанешь? Так это не перекур, как бы. Это как бы кое-что другое. Но ты вообще собирался достать сигарету? Серьезно, да я же тут лесной заправила. Ты хотел поджечь мой лес. Ты понимаешь, если бы ты бросил горящую сигарету в лесу, то все? Все? Лес бы сгорел? Yes. Убей за мамочку. Так, один готов. Давайте посмотрим, где там Паламина. Паламина с той стороны. Прыг. Что он там делает? Понимаете, он возле капота, но я так понимаю, что... нифига не видно. Но он крутится возле капота, я это все вижу. Но проблема в том, что я к нему не подберусь сейчас. А, он вообще лег. Нам нужно его убить об капот. Как вы знаете, у нас есть добивание, если можно так сказать. Когда мы будем его лупить башкой по капоту, или капотом мы его пришпилим. Мне кажется, что он сейчас должен подойти. Он что-то за друга вообще не переживает. Так. Что-то он там прочавкал. Так, он обходит, видимо, тут у него какой-то обход. Сейчас с вами нажмем четверочку, это у нас тихий подход. Тишина. Такс. Мы его сейчас... Во, видите? О май гаш! Джейсон! Ну, знаете, задание достаточно не то чтобы типичное. Они... достаточно распространенные.
Хороший мальчик. У нас есть... то есть, в принципе, я так понимаю, что большинство заданий будет основано на стелсе, где мы должны продумать план. Ух ты! Проверьте карманы. А что в карманах? Check pockets. А что, я могу что-то интересное у них найти? В карманчиках, да? Hurry, быстрее! Это у нас, получается, жесты. Cabin boogie. Чудненько. Значит, мы с вами что сделали? Трескала с помощью Джейсона нашего. Мы размазали по капоту, и мне пора. Получилось. Хочу вам сразу немножечко проспойлерить. Я второй раз записываю просто эту часть. Ну, то есть, как бы я первый кусок записала, и у меня Паламина сбежал. Паламина меня запалил, когда я к нему подошла, поэтому мне пора, я уже как бы сделала в первой записи. Ну, в общем, вы сейчас поняли. Так, ну я же только что починила, значит, они могли от нас сбежать, то есть, ну, нас запалить и сбежать от нас, попытаться. И Багзи мы... Подождите, так мы не на смог брейке? Либо же он, наверное, потом достал... А, наверное, смотрите, как можно было сделать. Дождаться, когда он сходит в туалет, потом его грохнуть, когда он в туалете, ну, сделал свои дела, и, наверное, после этого он достал сигарету. Ну, скорее всего... Relieves himself. А, relieves himself. Это, ну, в туалет сходил. Хорошо. Меню. Переходим. Следующее у нас задание — борьба. Strange things are happening in Higgins Heaven Lodge. Странные вещи происходят в хижине Higgins Heaven. Эти крики, отключение электричества и мистический запах чего-то жареного. Так, я сейчас сразу же сфотографирую со скриню Objectives, чтобы не путаться, что в именах я... Хотя тут и так понятно. Watch your step. Смотрите под ноги. Кто-то должен попасть в ловушку. Уверенный шаг. Такс. Тра-та-та. Значит, нам уверенный шаг. Закончите задание, ну, завершите миссию, используя Shift Ability. Перемещение за Джейсона шестой части. Поджарьте чада... Ой. Ой-ой-ой. Чада в камине поджарить. Эль-Эй-Денте, а, Эй-Джей Аль-Денте, понятно, сварите на кухне Эй-Джей, шокирующее откровение, и этого самого, в генератор Митча запихнуть, так, значит, у нас тут, получается, трое будет, правильно, у нас будет вот этот товарищ бородатый, а кто у нас такой бородатый этот самый, это Эй-Джей, это понятно, это наша барышня, значит, ладно, сейчас будем разбираться. Сейчас мы с вами совсем разберемся. А, может быть, я буду перезаписывать, может, не буду, посмотрим. Подгружаемся, друзья мои. Подгружаемся. О! Whoa, did you just hear that? Ты слышала это? Sounded like screaming. Ты слышал, кто-то кричал? Bonked upstairs, man. How come you don't get loud when we get it on? Что-то там гром. Just gonna have to keep trying, babe. Ow! Shit! О, черт! What's going on? Что здесь doing? Происходит? Ты что творишь? Out, well, просто out. Проверяю, любимый. Harsh in my eye, babe. Чувак, пойди проверь, пожалуйста, генератор. Чё я, чё, электрик нам тут, что ли? Scared, не бойся, чувак. Не бойся. Джейсон просто к вам пришел в гости. А, начнем-ка мы с карты, друзья мои. Ну, понятно. Понятно, значит... Stop them. Stop them. Сейчас мы стопнем. Я пока не вижу кружочков, значит, я могу тут свободно ходить себе, никого не трогать. Я вижу, что вон там генераторная. Значит, этот чел сейчас придет сюда. Угу. А, давай-ка мы подойдем сюда. А вон она идет. Слушайте, а где кружочки? Где кружочки? Почему нет кружочков? Темнота. Беги-беги. Я ничего не боюсь. А, предлагаю двигать, потому что мы очень медленные, ребят. Окей, Митч. Что-то там... Ой, Митч, я боюсь, что ты уже не окей. Ты просто до свидос. Как она не услышала его крики, я вообще не представляю. Серьезно, я вообще не представляю. Так, он готов. Он готов. Побежали. Предлагаю попробовать к ней на пролом зайти. Давайте попробуем. Мне нужна четверочка. Давай. Оп. Mitch, come in here. I'll let you have your way with me. Она нас не заметила? Подождите, я ради прикола подошла к ней.
Я чисто из прикола решила, ну, не из прикола, а чисто вот поприкалываться захотела. Смотри на меня, запомни мое лицо. Слушайте, я не думала, что они у нас такие интересные. Так, еще двое к нам идут. Ну хорошо, давайте посмотрим, где они. Зря я дверь открыла, надо было там прятаться где-то. Ловушку мы уже... Блин, они тут рядом. Давайте спрячемся вот здесь, мне кажется. А мы закрывать двери не научились, да? Ты умеешь закрывать двери? Нет? Плохо. Они уже подходят, как видите. Просто если бы я вышла на улицу, мне кажется, я бы сейчас все. Шкаф. Ой, даже сейчас запалят. Нет? Шкаф сломали. Давайте-ка посмотрим, что у меня... Я пока тут постою за дверью, надеюсь, что меня не видно. У нас осталось... Мы что с вами сделали? Мы зажарили Митча, мы убили Эй-Джей. Нам нужно зажарить Чада, нам нужно кого-нибудь в ловушечку, и нам без шифта нужно было закончить... Ну, без шифта мы не закончим, это понятно. Может быть, нам Чада сейчас поджарить? Чего они там тусят? Ребята? Алло? Ку-ку? Вы только не идите, пожалуйста, в генераторную. Ой-ой-ой. Хорошо, что я там не заходила, ребят. Тот... А ничего, что тут видно? Ничего, что видно, как бы, мое копье? Она вышла? Да, она вышла. Так, Чет, а ты не хочешь пойти к камину, например? Это место такое пугает. Он пошел к камину. Давайте проверим. Да, ребята, он у камина. Челик. Так, и как мы тебя в камин запихнем? О, да, детка! Жарим, 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 жареный Чет! Слушайте, а что там не было убийства написано? Я его просто правой кнопкой схватила. Интересно. Она возвращается, ребята. А давайте попробуем... С этим самым. Попробуем подложить где-нибудь. Кому-нибудь. Где она? Она в дом заходит. Давайте вот здесь положим. Может, мы ее сюда как-то... Ага, здесь, вот тут. Капкашков побросаем? Где она? Тихо. А, она вообще туда ушла. А зачем она пошла в сарай? Я боюсь, что я до нее не доберусь. Давай, может быть, вот тут положим один? Она будет... О, тихо, тихо, тихо. Она меня не видит же, да? А, конечно, не видит. Привет. Есть. А может... Все, у меня закончилось? Блин. Троечка, четвер... Убежала, засранка. Убежала! Я же в нее бросила. Я-то думала, что мы сейчас аккуратненько обойдем этот самый. И у нас все получится. Ну, типа, обойдем этот барн. И она, типа, нас не запалит. Мельбурн Шаффл. Отлично. Мельбурн Шаффл. Мы с вами получили, и что мы еще? И все. Но смотрите, мы не открыли Hidden Objective, но мы поджарили нашу AJ, мы поджарили Чеда, и мы убили Митча. Хочу вам сразу сказать, что я перепроходила эту миссию несколько раз, поэтому, скорее всего, ролик выйдет нарезками, потому что тут вообще проблематично. Сразу вам хочу сказать, я попыталась пройти Джейсоном с самого начала, я убила Митча, но Митч это вообще элементаришен. Я попыталась зайти через парадный вход, ну, чтобы, типа, не запорола, да, нас AJ, она все время меня палила. То есть я решила ломануться напрямую в кухню, ну, а чего и нет. С Чедом тоже было проблематично, но, как видите, мы справились. Возвращаемся в меню. Давайте хотя бы посмотрим, что такое третье задание. Не уверена, что мы его сейчас выполним. А, так, нам два скала еще нужно. Ага. Нам, получается, нужно еще выполнить какое-нибудь задание, и тогда мы сможем с вами перейти на следующий уровень. То есть, если бы она не сбежала, то тогда бы у нас все получилось. А ну давайте-ка я попробую сделать так, чтобы она от нас не сбежала. Зажарили мы товарища, ребятки. И будем двигать к подруге. Она у нас, как вы помните, отправилась вот сюдашеньки. Я не буду с ней церемониться особо. Я просто пойду ее и грохну.
Надеюсь, что она нас не запалит. Главное в забор не влипнуть. Главное не влипнуть в забор. Так, ну что, давайте предлагаю на троечке. Тихо. Привет. Тихо, вон у нас место для убийства. А ну-ка. Ты хотела сбежать от меня, да? Ты реально хотела от меня сбежать? Ты не сбежишь от Джейсона. Слушайте, ну у нас этого не было в заданиях, но смотрится очень крипово. Как-то мне страшно стало. У нас три черепа, между прочим. Подождите, а нам же для выполнения, по-моему, всего два черепа нужно было. А что у нас два черепа не сработало? Или сработало? Или нет? Они, конечно, ребята, настолько четкие. Тейки-боу у нас с вами появилась. И Pelvic Thrust. Ага. Чудесно. А, кстати, ребята, сладкая месть. Смотрите, мы открыли... 1000 CP-шек получили. Мы открыли закрытое задание. Открытое-закрытое. Вы поняли, что я имею в виду? Короче, у нас есть Hidden Objectives, и мы его открыли и повесили Дженни в амбаре. Я хотела еще спросить, а что его, типа, не использовали? Уверенный шаг. Мы могли, кстати, без шифтов, в принципе. Ну, желательно, конечно, с шифтом. И ловушку. Можно было, наверное, кому-то ловушечку. Ну, ничего страшного. Не подложили, и окей. Давайте хотя бы посмотрим, что это у нас за задание. Я думаю, что мы можем по два задания в ролике выполнять. Так как у нас их 10, как раз бы вышло 5 роликов примерно, если, конечно, они у нас не очень большие. Я предлагаю хотя бы сейчас посмотреть. Вы меня, кстати, увидите у Олега тоже, как я уже сказала, в ролике, но не в первом. Хорошо, это небольшой спойлер. Поэтому давайте-ка посмотрим. Машина сдохла и закончилось электричество. Ну, короче, пропало электричество. Что-то пошло не так. Хотя Чед уже... Ну, короче, Чед уже забывал залить генератор тем самым газом. Но Джейсон должен из-за... Подождите, хотя Чед один раз забыл заполнить генератор, Джейсон должен их за это покарать. Понятно. So close. Так, Кенни и Эй-Джей головы вместе перед тем, как они выберутся? Нифига себе. Moving violation. Stop any canceller on their tracks to stop sign. In their tracks with a... Короче, их надо впечатать в знак стоп, что ли? Ну, это я думаю, что, ребят, я буду переводить уже более детально. В этом самом, в следующей серии. Door jam. Кому-то голову дверью разбить. Любому. Pruning. Use the tree to rip off any... Ага, используйте дерево, чтобы кому-то оторвать руки. И демон скорости. Убить двух за две минуты после начала... Убить, короче, двух вожатых через две минуты после начала миссии. Думаю, что эти все задания мы с вами посмотрим уже в следующей серии, если она, конечно, будет. Больше лайков, друзья мои, больше вероятности, что новый ролик выйдет по пятнице 13-е. Мне очень хотелось бы знать ваше мнение, хотите ли вы прохождение заданий. И, насколько я так смотрю, они не могу сказать, что уж очень сложные, но тут можно было легко фейлиться. Вы увидите этот ролик небольшими нарезками, вся проблема в том, что тут реально... Шаг не туда, и ты фейлишься. В первой серии я пыталась, в первой части, вот в первом задании пыталась убить сначала Паламина. Он меня палил все время. Он постоянно тебя палит, то есть тут только в одно направление можно двигаться. Здесь была проблема с Эй-Джей во второй миссии. Она тупо все время палила. Если я обходила, она палила. Вот только получалось, когда ты тупо к ней в лоб, это вы увидели вместе со мной на ролике, я, честно говоря, даже не ожидала. Ну а третье задание мы с вами уже будем смотреть далее. Поэтому, друзья мои, если вы хотите прохождение этих всех миссий в пятницу 13-е, обязательно ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. И если я увижу, что вы действительно очень хотите увидеть продолжение, то я думаю, что я его обязательно запишу. Все, друзья мои, хорошего вам всем настроения, удачи, добра, позитива. До новых встреч. Пока-пока.